Фрейя. Фрейя. Девочка. Богиня любви. А, вот оно как. Да. То есть, древнегреческое. Ее вывели скандинавы для спасения. Вот воин скандинавский упал в воду. Она прыгнет и будет его вытаскивать. Ну, это как бы ее... А водолаз? Водолаз. Перепонки на лапах. Так вы ее на Днестр водите, она там заплывы делает, да, получается? Ну да, ну я вообще боюсь ее отпускать, потому что здесь течение сильное. Фрейя. Так. У нее такие, это как будто косички заплетали. Волнистые, да? Нет, это... Не, ну так с виду... Ее вообще надо расчесывать, но это жена у меня расчесывает. Чуть-чуть, это она боится. Ну да, она смотрит, снимает, думает, что это там держит в руке какую-то палочку. Защищается. Ну да, ну все правильно. Ну, охотничьи из них вырастили на этих островах, где нет животных, ну, других. Поэтому у нее нет охотничьих... А ей полтора года, она щеночком... Тебе нравится, Сонечка? Ну, к щеночкам она была вот таким год назад, скажем. А ну, и за год вот она вот так вот вымахала? Да, вымахала. 50 килограмм сейчас. Ну, вот она еще вырастет где-то до 55. А команды знает, да? Нет. Нет, мы не обучали ее? Мы пытались, но надо заниматься. Я в отъездах все время... Жена тоже занята все время эти. Уроки ведет учительница. Ну, в Приднестровье много водолазов? Насколько я знаю, сейчас одна эта. Только у вас, да? Да. А она привезенная откуда-то или вы? Мы с Одессы сами. А, мы я тут в гостях. Я понял, вы с Украины, да? И привезли оттуда. Ну да, дети завели. Еще до войны. Дети завели, а родители? А родителям скинули, когда оказалось, что им не до нее. Такая она сирота казанская. Вы с Украины, но на русском отлично говорите. Ну, есть просто мы встречаем... Ну, ну, я понял. Одесса это другое, да? Одесса измерение. Другое измерение. Я понял. Смотрит, смотрит. Что он там с палкой этой ходит по бокам? Да, Фрей? Красавица. Красавица. Девочка. Дочь, ну нам такую нельзя домой, ты что? Ну, видите, это сделано... Дети-то мои тоже в квартире завели. А мы... Ой, это внукозаменитель. Все, удачи вам. Да, вам тоже. Да, до свидания. Что? Хотят тебя погладить, так что дойди. Ну, такого мишку все хотят погладить. А? Привлекает внимание. Боятся ее размеров. Ну да, то что внушительные нет, такие габариты. Нюхает это цветочки. Нюхает цветочки. Ну, как интересно. На фоне цветочков. Непослушная. Жена у нее хозяйка, вот ее слушается. А я, если ее с поводка отпущу, она может уезжать куда-то. Однажды искал ее полночь. Ну, тот-то кормит, наверное, того и слушается. Не, я ее тоже кормлю. Ага. Выбрала себе, да? Ну, она выбрала себе хозяйку. Я понял. Вам хорошего дня. Взаимно. До свидания. Дик. Видишь, какой Дик? Он очень добрый. Как лайка вы там сказали? Самоедская. Самоедская. Самоеды. Самоеды, точно. Сами едут. Вот так вот все выходят. Мы... 8. Мы только встретили водолаза. Ему полтора года, девочки. Огромная, черная была вот там. Мы отсняли. Водолаз классный. Он сказал, они сами с Украины. Мужчина гулял и сказали, что нету вроде бы как бы больше. В нашем городе. Ну да, знаешь, не. Как он называется? Я тоже не знаю. Интересно. Да, ухаживать такой. Он еще в квартире у него этот водолаз огромный. Это он да. такая махина. Да, да, да. Этот был в квартире. Сейчас в доме, да, в частном. Поэтому вот уже поэтому не такой его... белый. Отмыть... Поэтому не такой белый. Был белее в квартире. Ну, проблема, да? Постоянно чухать надо. Еще не любит он чухаться. Не любишь? Не любит. Вот, смотри, как он сушится. А вы его на Днестр, да, чтобы он поплавать или ну, нет? Ну, на Днестре он не плавает, он заходит в воду просто и сидит. Ага, я понял. Время года? Да, а что ему такая у него шуба? Но ему вот плавать ему тяжело, если иди сюда. Иди, мальчик. Ограничения не делай. Иди, Сонечка тебя погладит. Иди сюда. Красавчик такой. Тебе надо делать прически с такой шевелюрой. Хочешь дать ему вкусняшку? Это такие конфетки для него. Дик, иди сюда. Возьми ручку, Сонечка.
Если боишься, то давай мы покажем. Сидеть. О, слушается. Лежать. Видишь, он команды выполняет. Не в ту сторону ты упадешь. Давай, вставай. Это была команда перевернуться, да? Видишь, какой послушный. Ну, не, заниматься надо. Да, иди так, ничего не надо заниматься. Да. Не, ну вот тут водолаз. Он любит сам принимать решения. Сам знает, что ему надо. Красавчик. Один, у него есть дети. В смысле, ему 8 месяцев уже дети лет, есть? Лет. А, лет. Фу. Нельзя туда идти. Дик. Ай, надо удобрить, все правильно. 8 лет. Ничего себе. А сколько они живут? Но уже как бы есть такое, что чувствуется, что у него возраст или нет? Спокойный. Спокойный, да? На волчонка похож белый, да? Нет, нельзя, конечно, ни разу есть породы. У них собаки прям очень на волков похожи. Ну да. Да. А самочку вы ему искали где-то, да? Ну да, есть. Здесь самки ищут. Самцов, наверное, у кого самцы. И друг друга. Если самка хочет, то... Вот так вот. Все, Дик, идешь купаться? Счастливенько. Все, до свидания. Дик, идем. Хвост пушистый.